Андрей Максимов, известный тележурналист, психолог, философ, если хотите. Человек, известный своими программами на телеканале «Культура». Человек, который ведет программу уже много лет «Дежурный по стране» вместе с Михаилом Жванецким на ГТРК «Россия». Человек, очень хорошо обладающий мастерством интервью, того, как правильно его сформулировать, как правильно его сформировать, как заставить, в хорошем смысле, не напрягая, что называется, человека быть искренним и, по крайней мере, привнести в поток сознания пользователя информацию нечто новое, нечто интересное. Мастер-класс Стины Канделаки, известнейший телеведущий, одной из лучших телеведущих в стране, человеком, который состоялся и как, кстати, профессионал в новых медиа, вот как ни странно, в новых медиа сегодня тоже есть свои профессионалы, человек, который сегодня возглавляет главный спортивный телеканал страны «Матч ТВ» и то созвездие медиа, которое при нем находится, человек, который очень много работает с точки зрения просвещения, переноса знаний на молодые аудитории. Крайне интересный собеседник и крайне интересный во многом потому, что знает технологию, что называется, кухню современных медиа и смотрит, учитывая специфику работы своего телеканала, спорт, одно из самых смотрибельных и одно из самых востребованных сегодня направлений. Так вот, задумывающийся, серьезный, внедряющий инновационные технологии в преподнесение спортивной тематики, такие как и геймификация контента, такие как использование самых передовых современных технологий для распознавания происходящего на той или иной спортивной площадке, что потом, безусловно, будет переноситься и в целом на разного рода телевизионные проекты. Вот это я вам говорю о тех людях, кто был вот только последние, что называется, 10 дней, и планов по дальнейшему приглашению и соучастию в нашем образовательном процессе такого рода людей, такого рода спикеров у нас достаточно много, мы их возобновим сейчас уже с сентября, когда вернутся студенты с каникул, когда наши абитуриенты станут нашими студентами и смогут уже в полной мере быть соучастниками всего того, о чем вот я сейчас в том числе и говорю. Это возможность, кстати, которую открывает шоурум, позволяет и писать, я уже говорил, разного рода ток-шоу, то есть дискуссионные программы, силами самих студентов и программы, что называется, инновационного характера, которые не совсем приняты, не совсем форматны на современном телевидении. Но экспериментировать на современном телевидении вам никто не даст, там некогда, там заняты сегодняшним производственным процессом, удержанием рейтингов, рекламодателей и так далее. Здесь это можно делать, мы студентам это не только дозволяем, но и приветствуем это максимально. И одна из главных задач, чтобы, если не большинство, то большая часть из них, по крайней мере, выходила отсюда не только с определенным набором знаний, компетенций, умениями, навыками, но еще и с хорошими проектами, которые могли бы предлагать уже действующим телекомпаниям, либо которые самодостаточные, могли бы дальше продолжать этими проектами жить и их развивать. То есть в этом смысле мы выступаем еще как некоторая инновационная площадка, некий такой технопарк, который позволяет студентам здесь экспериментировать. Кстати, раз уж мы заговорили о научной составляющей, научно-прикладной, есть, безусловно, много людей, которые интересуются медиапроцессами, которые хотели бы профессионально ими заниматься, но не в классическом, не в привычном для нас понимании. Там вот журналистика, написание букв, создание картинки, размещение, подготовка к размещению, продвижение. Но готовы и способны заниматься медиа-аналитикой, тем, что мы называем медиа-аналитикой. Сегодня это становится катастрофически востребованным просто уже моментом. Специалистов нет, готовят их очень мало. В России даже трудно сказать, кто вообще готовит. И мы пытаемся эту нишу очень активно занять, потому что
проблемы с фейковыми новостями, проблема с эффективностью того, что ты делаешь, ни на какие площадки, каким образом что попадает, каким образом информация влияет на те или иные процессы, почему многие войны сегодня называются гибридные, где главным вообще ударным звеном выступает информационный поток, и как получается так, что он иногда оказывается сильнее пушек, что делать после того, как информационный поток уже пошел и воздействует на массы, как его нейтрализовать, а как, наоборот, может быть, усилить, каким образом сегодня сделать так, чтобы этот поток не погрузил человека в некие реальности, которых не существует на самом деле, виртуальные, мы называем их реальности. Это огромный пласт работы, который сегодня не имеет четких границ подготовки специалистов. Он востребован. Эти люди очень нужны. Мы сегодня этим очень серьезно занимаемся. И нужны исследования в этой сфере очень серьезные. Это исследования, связанные с Big Data, с большими массивами данных. Как в этих больших массивах данных вычленить нечто существенное и несущественное? Каким образом их использовать? Как при этом нейтрализовывать и удалять то, что называется фейковой информацией, которая, ну, каждый день десятками проходит на лентах серьезных, крупных, мировых информагентств. Просто потому, что там нет специалистов. Даже там нет специалистов, умеющих работать с этим. А как делать так, чтобы фейк, уже попавший, был нейтрализован? А каким образом сегодня вообще, где существуют какие-то, ну, что называется, систематизация того, что сегодня на медиарынке происходит? Как понять, что дальше делал на основе больших массивов данных? Это можно делать, человек, получив определенную порцию информации, к чему это его побудило, а от чего, может быть, уберегло. Вот это то, что для сегодняшнего управления, для всех систем управления, не только государственного или муниципального, но для управления бизнес-потоками, бизнес-процессами, для управления социальными процессами. Мы видим сегодня в той же культуре, в спорте это востребовано. Специалистов очень мало и исследований очень мало. И здесь это исследования стыковые, это исследования, которые мы, безусловно, можем и хотим проводить, и будем проводить и силами наших студентов. Открываем простор, в том числе и для того, чтобы состояться как научные специалисты. И силами наших преподавателей, и силами тех институтов, тех высших школ, которые есть в Казанском федеральном университете. Это вот еще один конкурентный большой плюс Казанского федерального. Будучи классическим университетом, он аккумулирует в себе самые разные школы. И мы можем этим, конечно, пользоваться. Там, где стык гуманитарных знаний, например, с IT-технологиями, гуманитарных знаний с математикой, гуманитарных знаний, чисто гуманитарных, казалось бы, знаний с другими, скажем, лингвистикой, международными отношениями и так далее. И вот здесь с психологией, с педагогикой, потому что есть, скажем, с медициной проблемы, которые тоже находятся в поле интереса научных исследований. Это воздействие нейросетей сегодня на общество. Это вообще психическое и психологическое воздействие и последствия этого воздействия, скажем, аудиовизуальной информации на отдельного конкретного человека и на большие массы людей. Это все требует сегодня своего большого изучения. И здесь для людей, для ребят и девушек, которые нацелены, может быть, на научную карьеру, тоже открывается большой пласт интересной и большой перспективы. Это сегодня, ну, как мы говорим там, по-журналистски, да, непаханное поле. Поэтому люди самых разных, что называется, внутренних качеств, люди открытые, люди, желающие коммуницировать ежеминутно, люди очень эмоциональные, страстные, горящие, полыхающие огнем своей энергии, энергетики, очень востребованы. Ну и люди, умеющие думать, серьезно анализировать, копаться в этом бесконечном, бесконечном, непрекращающемся потоке информационном, тоже сегодня крайне нужны. И люди, способные и проявляющие интерес
на междисциплинарном уровне. Ну, скажем, задача геймификации контента, который сегодня перед нами сама жизнь выдвигает, а специалистов в этой области самоучки в основном, никто не готовит, нет. А здесь вот многие из тех, кто проявляет интерес к медиапространству и к IT-технологиям одновременно, мог бы быть нам крайне полезен, нами очень востребован. Поэтому в этом смысле двери высшей школы сегодня, что называется, шире распахнуты. Они распахнуты для людей самых разных амбиций, самых разных потенциалов и самых разных, что называется, энергетик. Потому что здесь становится тот момент, здесь вот сейчас у нас тот момент, когда от вот этого забега беспрерывного вперед, который осуществляла медиа все последние десятилетия, вот нельзя отказываться. Понятно, что он очень важен, нужно двигаться вперед. А медиапространство, оно самое, кстати, всеядное, оно поглощает все новые технологии с огромной скоростью, только потом думает, зачем. Но здесь уже важно подкрепление этого забега серьезными, вдумчивыми, аналитически мыслящими головами. И в этом смысле такие ребята и такие студенты будущие были бы не менее значимым для нас золотым фондом, чем те, кто делает нам славу, вот, приносит нам славу дальше уже с большого экрана, с полос газет, журналов, новых медиа и так далее. Есть ли взаимодействие с внешними партнерами? Безусловно, ведь само определение медиа, медиакоммуникации подразумевает внешнее, активное внешнее общение. И самому развиваться вне этого невозможно, готовить специалистов как раз для этого. И здесь очень важно, чтобы партнеры не просто находились, чтобы они в нас верили, они нам доверяли, они видели наши точки роста, и они признавали эти точки роста как действительно существенные, важные, полезные не только нам, но и им. И здесь я бы отметил, что у нас рождается достаточно хорошее взаимодействие. Это показывают последние прошедшие научно-практические конференции. Они проходят регулярно в течение года. Каждая кафедра их проводит, проводит специфические мероприятия, например, это PR Russia Week и так далее. То есть это в виде конференций, и в виде семинаров, и в виде набора лекций, каких-то там квестов и так далее. То есть это такой беспрерывный процесс. Но вот последнее время очень заметно, что к нему все больше внимания и соучастия проявляют вузы, крупные российские вузы. Это и МГУ, это и Высшая школа экономики. Естественно, вузы, находящиеся в Поволжье, рядом здесь у нас соседи, очень пристально наблюдают за теми успехами, которые сегодня есть в работе Высшей школы. Это и вузы уже других регионов, которые начинают все чаще. И вузы, кстати, и администрации, органы власти, которые все чаще начинают звонить, просить соучаствовать в тех или иных их разработках, исследованиях, подготовке практиков, переподготовке практиков. И очень важно профессиональное сообщество, как относится. Потому что я уже говорил о практиках, и вот здесь must. Международная ассоциация студенческого телевидения, кто о ней знает, кто не знает, сейчас скажу несколько слов. Достаточно интересное, уникальное явление федерального уровня, которое пытается не просто объединить в качестве своих членов тех, кто развивает студенческие, вузовские телекомпании, ну и пытается стать центром притяжения лучших практик, пытается стать центром притяжения лучших программных решений, технических решений, который пытается активно быть коммуникатором между разными практиками, с тем, чтобы взаимодействовали, а не каждый автономно развивался сам по себе, кому как повезет, что называется. И приятно, что МАСТ не только принял свои ряды, наш медиа-центр, нашу телекомпанию, но и МАСТ считает сегодня Казань, Казанский федеральный университет, одним из главных своих партнеров.
Для нас же это важно тем, что, учитывая то самое тесное взаимодействие с телекомпанией «Универ ТВ», о котором я говорил, для нас вот здесь важно, что наши студенты через это, работая на «Универ ТВ», могут также быть соучастниками этих больших новых практик, больших сборов, обмена новыми знаниями и компетенциями, обмена новыми решениями, в том числе и техническими. Современный медиаспециалист исключительно с гуманитарными знаниями невозможен. Здесь нужно очень хорошо знать тенденции, происходящие на рынке, что называется, технологий и техник. И только через это можно планировать хорошие, интересные медиарешения и оказываться на шаг вперед. Когда ты создаешь в конечном счете уникальное решение, а не то, которое уже там многие готовы предложить, и многие уже в нем состоялись. А хочется, чтобы наши специалисты, те, кто выходит из стен высшей школы, были уникальными специалистами, востребованными на рынке. И неважно, в какой именно сфере, в каком именно сегменте медиаполя они работали, важно, чтобы там они были всегда лучшими. Это и момент наших репутаций существенный, это момент вклада нашего в репутацию университета в целом, но это и момент нашего роста, да, потому что если мы будем понимать, что специалисты, которых мы готовим, востребованы, появляются стимулы, мотивы готовить еще и еще более талантливых людей. Вот это, кстати, тоже очень важный момент. Мы не должны забывать, что все находимся в жестком конкурентном пространстве. Любая задержка в развитии, любое нахождение на лаврах с какой-то задержкой, там, несколько минут, оно приводит к отставанию. Лавров в медиа сегодня нет. Они однодневки, что называется. Поэтому здесь нужно постоянно обогащаться, постоянно ловить то, что другие твои коллеги где-то смогли подсмотреть, может быть, даже начать внедрять, может быть, даже уже разрабатывать, присоединяться к этому, либо развивать это у себя с учетом того, что уже пройдено твоими партнерами и коллегами. И здесь вот взаимодействие с такими структурами, как МАСТ, с нашими дружественными университетами, с нашими партнерами, практиками, с крупными медиахолдингами, где существенные средства направляются в том числе и на медиаразработки будущего, они, конечно, позволяют вот находиться постоянно в тренде. И вот это отставание, которое имело место и которое мы успешно сейчас пытаемся преодолеть, пока успешно, но надо же, я еще раз говорю, это момент такой, где не, успех молниеносен, да, дальше надо опять что-то новое делать, вот позволяет нам этот очень важный вопрос решить. Понятно, что нельзя обойти такой момент, как взаимодействие с собственными структурами и подразделениями самого университета. Было бы нелогично и неправильно, что, кстати, имеет место быть во многих, увы, вузах, из, во всяком случае, того, что я знаю, если бы, обладая таким потенциалом, да, это сегодня потенциал, как студенты высшей школы журналистики и медиакоммуникации, не использовать его во благо собственного продвижения, как внутрикорпоративного, так и внешнего продвижения. И здесь, с одной стороны, это важно, с другой стороны, мы начали этим заниматься и занимаемся этим с такой положительной динамикой роста, моментами, связанными с продвижением, с помощью, с медийной поддержкой наших структурных подразделений. Здесь есть несколько направлений. Я уже говорил о том, что в рамках единого информационного центра, который функционирует в высшей школе, мы занимаемся работой по формированию новостной ленты, новостного потока на портале Казанского федерального университета и соответствующим распространением этой информации по средствам массовой информации и Татарстана, и Российской Федерации, и в зарубежье. Мы в этом смысле стали получать и в том числе формировать сами оперативную, быструю, качественную информацию о том, что происходит в университете, и участвовать в процессе ее дальнейшего распространения. Это, и опять же, вопрос взаимодействия с телекомпанией, которая очень много работает по поддержке
институтов, структурных подразделений университета видеоподдержки, как поддержки оперативные, то есть участие в прямых трансляциях тех или иных мероприятий, лекций, значимых событий жизни университета, так и поддержки имиджевой, создание специализированных фильмов, роликов. Практически все, что вы видите о тех или иных структурах, подразделениях университета, о том, что связано с жизнью университета, это все создано Универ ТВ. И это все создано, видите, какого-то хорошего качества. Видите, как это нестандартно по подходам. И все это создается здесь и создается в том числе при участии, при подключении студентов, преподавателей Высшей школы журналистики, опять же, что для нас важно. Наличие кафедры связи с общественностью и прикладной политологии позволяет нам предлагать нашим структурным подразделениям и пакет предложений, связанных с пиар-продвижением, с изготовлением той или иной рекламной, пиаровской продукции, с участием их в этих процессах, если инициатором и главным драйвером там является, скажем, соответствующий департамент университета, который тоже привлекает, соответственно, возможности высшей школы и специалистов высшей школы, и будущих специалистов. Вот это для нас тоже очень важный момент. Ну и еще раз хочу сказать, он позволяет, вот это более глубокое внедрение познания деятельности университета позволяет формировать целый новый сегмент вообще в журналистике, на медиапространстве, который связан с научными знаниями, с технологическими знаниями, с научно-популярной деятельностью, с умением продвигать это. И мы же понимаем, что революция 4.0 делает наш мир высокотехнологичным, и в конечном счете вся конкуренция переходит в эту сферу. А медиасопровождение всего этого процесса без понимания этих процессов просто невозможно. Поэтому нам тоже очень важно, чтобы те люди, кто будет профессионально заниматься медиапроцессами, очень хорошо знал тонкости сегодняшнего современного научного развития. Развития в самых разных отраслях знаний. Конкурентную среду хорошо в этом процессе представлял себе, понимал. Точки роста и конкурентные преимущества, имеющиеся у нас, и так далее. Все это без погружения в ту жизнь, в которой живет, собственно, университет, невозможно. Конечно, мы стараемся, чтобы наши студенты были максимально во все процессы внутренней жизни университета включены. Это связано и со студенческой деятельностью, с участием в огромном количестве мероприятий, которые проводят для студентов Казанский федеральный университет, начиная от таких уже широко известных, там, популярных на всю страну, как там студенческая весна, марши победы, и заканчивая какими-то, может быть, локальными, очень профессиональными мероприятиями и событиями. Вот все это открыто и доступно для, более того, приветствуется максимально. Вот сейчас мы, например, нашим студентам предлагаем, как и студентам целого ряда других институтов, университетов, участвовать в работе Международного пресс-центра Кубка Конфедерации. То же самое будет на следующий год, когда речь станет уже о проведении в Казани игр чемпионата мира по футболу. И в этих процессах могут и участвуют наши студенты, и это тоже практики, это опыт, и это их участие в большой уже общественной, если хотите, общественно-политической жизни республики здесь и сейчас. Об условиях, я думаю, университета много говорить не нужно. Об этом говорят все мои коллеги достаточно много, и об этом очень много написано и сказано. Тут одна деталь, достаточно сказать, что кампус, один из кампусов Казанского федерального университета, крупнейший, где живут студенты, это деревня Универсиады, это блестящие, хорошо оборудованные, с точки зрения безопасности, что очень важно, с точки зрения бытовых условий, городок, где студент еще и очень доступный финансово, что сегодня совсем уже нетипично на просторах страны. Это тоже очень серьезная форма социальной, если хотите, поддержки, потому что студент, особенно первокурсник, он должен чувствовать себя защищенным, и физически защищенным, и
психологически защищенным и финансово защищенным в первые годы учебы, в период погружения в столь активную, динамичную студенческую жизнь, о которой я вот в том числе сейчас говорил. И вот Казанский федеральный университет эти условия создает. Это тоже очень важно. Это тоже, я думаю, будет к нам привлекать. Да, есть вопрос ограниченности бюджетных мест. Он сегодня в целом характерен для России, особенно для гуманитарных направлений подготовки. Конечно, надо обладать супер незаурядными способностями и данными, чтобы претендовать на эти бюджетные места. Но надо сказать, что и стоимость обучения в Казанском университете, с моей точки зрения, достаточно щадящая, если это сравнивать, скажем, с теми же вузами нашей столицы, при, я говорю, вполне сопоставимом конкурентном качестве подготовки, при том, что здесь даются большие сразу в руки студенту практики, большие базы практик, даются сразу выходы на большие известные личности, на возможности больших, интересных, нестандартных контактов. Я думаю, что в этом смысле конкурентные плюсики, да, заметно перевешивают те или иные сомнения. Ну и самое главное, мы видим, что наши выпускники, они практически востребованы уже по выходу из университета. Причем здесь создаются базы очень существенные для того, чтобы он мог продолжать свое образование уже в магистратуре. Уже, что называется, более целевым, более узким образом затачиваться по те или иные свои будущие планы, желания, по те или иные потребности, которые проявляет работодатель, возможно, потенциально интересный работодатель. Так что здесь и эти перспективы открыты достаточно, они очень ясны. Там, кстати, побольше и бюджетных мест, там побольше и возможностей заниматься практиками, продолжая вместе с обучением свое профессиональное совершенствование. В этом смысле Казанский университет предлагает студентам достаточно такие универсальные решения для того, чтобы люди, выбравшие Казанский федеральный университет, понимали, осознавали, что не ошиблись точно. Кстати, очень многие сегодня, это может быть самая большая награда за прошедший год работы, что очень многие известные журналисты, знаете, люди такие очень критично настроенные. Они критикуют все и вся, но работа такая. Без этого аудиторию сегодня не удержишь. И получить от них комплименты почти невозможно. Тем более, когда это связано с их собственной деятельностью. В данном случае с медиаподготовкой. И когда они приходят к нам и говорят, жаль, что не мы сейчас учимся, жаль, что в наши годы такого не было, и говорят это журналисты от уровня, скажем, Сергея Брилева, известного тележурналиста федерального, заместителя руководителя ВГТРК «Россия», до вот наших коллег в Казани, которые только, может быть, совсем недавно выпустились из стен Казанского федерального университета, то это, конечно, большая серьезная награда, ну и аванс. Потому что он не дает расслабиться, что я уже говорил, очень важно в нашем деле не расслабляться, а каждый год прирастать новыми-новыми площадками, новыми-новыми практиками, предложениями для студентов и максимально учитывать запросы рынка, понимая, что картина, профессиональная карта через 20-30 лет будет выглядеть принципиально по-другому, чем сейчас.